الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن میں آپ نے اللہ تعالی حضور говорит: Сейчас я представлю вашему вниманию несколько цитат из Писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в которых он рассказал о том, какова сущность Всевышнего Аллаха, о том, каков его статус и что означает, что он властелин всех сил и единый, и он и есть тот, кто является Творцом всех творений, и о том, что каждая вещь смертна, а он бессмертен. И также Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своих писаниях рассказал о том, что средством достижения Бога этой вселенной является только сущность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть только посредством него можно дойти до Бога, и в красоте и благодеянии нет подобного ему. И он сообщил о том, что для того, чтобы увидеть могущего Всевышнего Бога, необходимо поклоняться ему, будучи искренним, то есть необходимо служить ему, совершать богослужение. И затем, когда человек пребывает в таком положении, Бог, устремляясь к человеку, обнимает его и ниспосылает на него дождь своих милостей. Хазрат Обетованный Мессия мир ему с большой болью сказал: «Установите такую связь со Всевышним Богом, чтобы вы могли украсить свою жизнь в этом мире и жизнь будущую». В одном из своих писаний Обетованный Мессия мир ему рассказывает о том, какова суть того Бога, которого представляет ислам и который является властителем всей вселенной. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Бог есть свет небес и земли. Весь свет, который видим, будь он высоко или низко, в душах ли он или в телах, собственный ли он или временно приходящий, очевиден ли он или скрыт, субъективен или объективен», Хазур поясняет, «то есть свет любого рода приходит от Всевышнего Аллаха, и тот свет, который виден в телах, тоже принадлежит Всевышнему Аллаху, и тот свет, который виден в личных качествах, тоже от Всевышнего Аллаха, и он даруется некоторым особым людям, обладающими очевидными или скрытыми, субъективными или объективными качествами, то есть та красота, которая видна во внешности человека, существует в нем благодаря Всевышнему Аллаху». یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے. Обетованный Мессия мир ему продолжает: все это является даром его изобильной милости. Это знак того, что изобильная милость его святейшества владыки всех миров объемлет каждую вещь, и нет ничего лишенного его милости. Хазур поясняет: сколько бы ни было вещей в мире, сколько бы ни было видно хороших качеств, где бы ни была видна красота, приносящая пользу человеку, все это только благодаря всеобщей милости Всевышнего Аллаха, и нет никого, кто был бы лишен его всеобъемлющей милости. Обетованный Мессия мир ему продолжает: он и является источником всех милостей, и он является причиной всех причин всякого света, и он является родником всех видов милосердия. Хазур объясняет, то есть он источник всякой милости,
и Он – причина и способ обретения всякого света. И Он и есть Тот, от Кого исходят все источники милосердия. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает. Существование Его – опора Вселенной и приют всех, высоко ли, низко ли стоящих. Это Он вывел все из тьмы небытия и наделил все оболочкой существования. Нет ни одного существа, кроме Него, в пределах Своей сущности, полностью независимого и вечного. Азур поясняет, то есть кроме Него нет никакого другого существа, которое в Своей сущности было бы достойно вечности. Далее он изрекает, или бы оно было не получающее милости от Него. Более того, земля и небо, человек и животное, камни и деревья, душа и тело, все это существует по Его милости. То есть, этот наш мир, и земля, и небо, человек и животное, камни и деревья, а также душа и тело, всякая вещь существует только благодаря милости Всевышнего Аллаха. Затем, разъясняя, что Всевышний Аллах является единым, и нет Ему соучастника, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает. Соучастие Всевышнему Аллаху, согласно ограниченному представлению человеческого разума, бывает четырех видов. Иногда соучастие в числе, то есть быть одним из. Иногда в статусе, в положении. Иногда в родстве. Иногда соучастие в деле и в результате. В этой суре, Хазур поясняет, то есть в суре Аль-Ихлас, рассказано о том, что Бог причист от всех этих четырех видов соучастия. И Он четко и ясно сказал, что Он один Бог, а не два или три Бога. И Он самодостаточный, то есть, что Он по своему статусу необходим, и Тот, в ком все нуждаются, и является уникальным и единственным. И кроме Него, все остальные вещи могут существовать или не существовать, и они, умирающие по своей сущности, и все они каждое мгновение нуждаются в Нем. И Он является лям-ялид, то есть нет у Него никакого сына, чтобы из-за того, что Он Его сын, Он стал Его соучастником. И Он является лям-юляд, то есть у Него нет отца, чтобы из-за того, что Он Его отец, Он стал Его соучастником. И Он является лям-якуль-лаху-куфу-ван-ахад. То есть в Его делах нет никакого равного Ему, чтобы в делах был соучастник Ему. Таким образом, Он рассказал, что Всевышний Бог чист и свободен от всех четырех видов соучастия, и Он един, и нет соучастника Ему. В этой цитате Хазрат, обетованный Мессия мир ему, рассказал о том, что соучастие, согласно представлению разума, бывает четырех видов. Во-первых, соучастие в числе, то есть быть одним из двух, трех, четырех и так далее. Второе соучастие – это соучастие в статусе и в положении. А третье соучастие может быть в родстве или семье. И четвертое соучастие могло быть в способности совершить какое-то дело и утвердить его результат. И он изрекает, что Всевышний Аллах чист от всех четырех видов соучастия, и Всевышний Аллах четко и ясно разъяснил, что Он единый, и Он один Бог, а не два, три или четыре Бога. И никто не может быть равен Ему, и Он является самад, самодостаточный, то есть Он и есть Тот, в ком постоянно нуждаются все творения. К Нему обращаются, и к Нему должны обращаться. Или можно сказать, что Он и есть Тот, кто достоин того, чтобы к Нему обращались.
потому что нет никакого другого существа, которое могло бы быть равным ему в удовлетворении потребностей. В чем причина, что нет никакого другого существа, которое могло бы удовлетворять потребности? В этом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему объяснил причину этого. Кроме него, всякая вещь может возникать, но Всевышний Бог всегда был и всегда будет. И затем для всякой вещи предписана смерть, то есть наступает время, когда она заканчивает свое существование и гибнет. То есть каждое существо, являющееся созданием, подлежит рождению, а также смерти. Но Всевышний Бог всегда был и всегда будет. Так что по причине того, что все остальные создания родятся и умирают, они временны, то есть они существуют только какое-то время. И то, что временно и существует только какое-то время, не может предоставить себе и никому другому все необходимое для существования. Значит, тот, кто не может предоставить все необходимые вещи для существования, сам нуждается в одном Боге, который всегда был и всегда будет, который объявляет о том, что для сохранения жизни своего создания он предоставляет необходимые средства. И он есть тот, от кого можно зависеть и нужно зависеть. Это есть значение и смысл слова «самад», самодостаточный. Затем говорится о соучастии в родстве. Всевышний Аллах сказал об этом «лям ялит», то есть нет у него никакого сына, и «лям юлят», то есть нет у него никакого отца, и он превыше родства и потомства. И таким образом, никто не может быть соучастником ему. Затем четвертая вещь, о которой Всевышний Аллах рассказывает следующими словами: «Лям якуллаху куфуан ахад», то есть в его делах нет никого равного ему. Так что если нет никого равного ему, то никто не может совершить таких дел, которые совершает Всевышний Бог, и никто не в силах утвердить результаты и последствия этих дел. Даже тот результат своих действий, который видит обыкновенный мирской человек, высокомерно утверждающий «я сделал то-то и то-то», получен не вследствие его сил, а напротив, является результатом его труда, который человек получает в соответствии с законом природы, установленным Богом. Он является и владыкой, и всемилостивым. Каждый человек получает благословение его владычества и всемилостивости. О, насколько несчастно то большинство людей, которые из-за таких благодеяний Бога, вместо того, чтобы приблизиться к Нему и поклоняться Ему, отстраняются от Него. Затем в своей книге «Лекция в Лахоре», объясняя эту суру «Аль-Ихлас» о единстве Бога и о том, что Он является властелином всех сил, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Затем наш Бог, говоря о своих хороших качествах, изрекает: Он Аллах, единый, Аллах неизменный, вечный. Он не родил и не рожден Он, и нет никого равного Ему». То есть ваш Бог является таким Богом, который в своей сущности и в качествах является единственным. Нет никакого существа, похожего на Его вечную сущность, которая всегда была и всегда будет. То есть Он тот, у кого нет начала и кто бессмертен. И качество никакой вещи не похоже на его качество. Человек для обретения знания нуждается в каком-то учителе. Хазур объясняет, то есть для обретения знания нужен учитель. Обетованный Мессия мир ему продолжает, но его знание не нуждается ни в каком учителе. И в то же время оно безгранично. Человеческий слух нуждается в воздухе, и он ограничен. Но слух Бога является его личной способностью, и он не ограничен.
и зрение человека нуждается в свете солнца или в каком-то ином свете, и оно ограничено. Но зрение Бога от Его личного света, и оно не ограничено. Также способность человека творить нуждается в чем-то материальном и во времени, и она ограничена. Но способность Бога творить не нуждается ни в какой материи и во времени, и она безгранична, потому что Его качества беспримерны и бесподобны. И также, как нет ничего подобного Ему, нет ничего подобного Его качествам. Если бы Он был несовершенен в одном качестве, то Он был бы несовершенен во всех качествах. Поэтому Его единство не могло бы утвердиться до тех пор, пока Он не стал бы бесподобным и беспримерным в Своих качествах, подобно бесподобности и беспримерности Его существа. Затем, значением следующей части вышеуказанного аят является то, что Бог не является ничьим сыном, и у Него нет никакого сына, потому что Он самодостаточен по Своей сущности, и Он не нуждается ни в Отце, ни в Сыне. Это есть то Единобожие, которому научил Священный Коран и который является осью веры. А затем, используя довод из Священного Корана, Хазрат Обетованный Мессия мир ему приводит доказательства разума о единстве Всевышнего Бога и изрекает. Затем он рассказал об одном доводе разума, что он един и нет у него соучастника. Если бы были на них небесах и земле боги, кроме Аллаха, то, несомненно, пришли бы они небеса и земля в расстройство. Сура 21, аят 23. И нет наряду с ним никакого бога. Сура 23, аят 92. То есть, если на земле и на небе, кроме его сущности, вобравшей в себя все совершенные качества, был бы еще какой-то другой бог, то они бы оба, земля и небо, пришли бы в расстройство, потому что было бы обязательным, чтобы группы божеств противодействовали друг другу, и из-за такого раскола и разногласия возникло бы расстройство в мире. А также, если бы были разные творцы, то каждый из них желал бы блага для своего творения, и он позволил бы себе уничтожить других ради покоя своих. И таким образом, это тоже стало бы причиной расстройства мира. Так что даже речи не может быть о том, чтобы было больше одного Бога. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему дает краткое разъяснение некоторых качеств Всевышнего Бога, о которых рассказано в Священном Коране, изрекая: «Тот Бог, которому нас призывает Священный Коран, описывает следующие свойства. Он Аллах, Тот, кроме Которого нет Бога, знающий сокровенное и явное. Он всемилостивый, милосердный, властитель судного дня, Царь, Пресвятой, Мир, дарующий спокойствие, Хранитель, Всемогущий, Могущественный, Величественный, над всякой вещью властен, Владыка миров, Всемилостивый, милосердный, властитель судного дня. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Вечно живой, самосущий, скажи: он Аллах единый, Аллах неизменный, вечный, он не родил и не рожден он, и нет никого равного ему». То есть тот Бог, который является единым, у которого нет соучастника, и помимо которого нет никого достойного поклонения и покорности, сказал это потому, что если бы он не был тем, у кого нет соучастника, то существовала бы вероятность того, что мощь врага одержала бы верх над его мощью. И в этом случае божество подверглось бы угрозе. Его изречение «нет никого, кроме него, достойного поклонения» означает, что он является таким совершенным Богом, свойства, качества и совершенство которого настолько велики и возвышены, что если из всех имеющихся существ захотели бы выбрать Бога из-за того, что он обладает совершенными свойствами,
или представить в сердце наилучшие, прекраснейшие, высочайшие свойства Бога, выше которого никто не мог бы быть, то Он и есть тот Бог, поклонение которому делать Его соучастником кого-то ниже Его является несправедливостью. Хазур поясняет, насколько бы высоко ни зашла наша мысль в представлении о Боге, то она будет о Нем, и невозможно никого ниже Его сделать Его соучастником. Затем он изрекает, «Он является знающим сокровенное, то есть только Он Сам знает Свою сущность. Никто не может объять Его сущность. Мы можем видеть целиком Солнце и Луну и каждое создание, но мы бессильны увидеть целиком Бога. То есть мы можем видеть каждую вещь, но мы не можем видеть Бога в физическом облике. Затем изрекается, что Он знающий видимое. Это означает, что ничто не может быть скрыто от Него. И не могло быть дозволено, чтобы Он, будучи названным Богом, был бы пренебрегающим знанием вещей. Он объемлет своим взором каждую частицу этого мира, но человек не может объять этого. Бог знает, что когда Он разрушит созданную им систему и свершит суд, и кроме Него никто не знает, когда это свершится. Так что Он и есть тот Бог, который знает обо всех этих временах. Затем Он изрекает, Он всемилостивый, то есть до появления всего сущего и их действий, Он по Своей милости, а не с какой-то целью и не в качестве воздаяния за какое-то дело, предоставляет им все необходимые средства для их удовлетворения, поскольку Он создал Солнце и Землю, и все иное перед появлением нашей сущности и наших дел. Этот дар в книге Бога называется Рахманият, всемилостивость, и в связи с этим Всевышний Бог называется всемилостивым, Рахманом. Хазур поясняет, то есть Он предоставил все необходимые для существования вещи благодаря Своему качеству всемилостивость. Затем Он изрекает Ар-Рахим, милосердный, то есть Он за добрые деяния воздает еще более добрым воздаянием, и ничьим усилием Он не позволяет пропасть понапрасну. И в связи с этим Он называется милосердным, и это качество называется рахимият, милосердием. Затем Он изрекает Малик Яумидин, то есть властитель судного дня. Это означает, что Он тот Бог, в чьих руках воздаяние каждого. И нет управляющего, кому бы Он поручил управление землей и небом, а сам сидел бы, ничего не делая, и тот же самый управляющий воздавал бы награды и наказывал, или делал это в будущем. Затем он изрекает «Аль-Маликуль Куддусу» — «Царь Пресвятой». То есть на том Боге, который является царем, нет никакого пятна изъяна. То, что человеческое царство не лишено изъяна, это очевидно. Например, если все подданные, покинув свою родину, убегут в другую страну, тогда царство не сможет сохраниться. Или, например, если все подданные подвержены голоду, то откуда появится царский налог? И если его подданные начнут спорить с ним, в чем твое преимущество над нами, то какую свою способность он приведет в качестве доказательства? Хазур поясняет, если против царя восстанут его подданные, то, что он приведет в качестве своего права царствовать. Посмотрите, в настоящее время в разных странах мира происходят такого рода смуты и раздоры, и между правителями и народами идут войны. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает, но царство Всевышнего Бога не таково. Он может мгновенно, уничтожив всю страну, создать другие создания. Если бы он не был таким творцом и всевластным, то его царство не продолжалось бы без несправедливости, потому что, даровав однажды прощение и спасение миру, откуда он привел бы еще один мир? Разве он схватит тех людей, которые уже получили спасение, чтобы еще раз отправить их в этот мир и несправедливо отобрать у них дарованные им прощение и спасение? В этом случае его божественность стала бы несовершенной, и он стал бы похожим на правителей этого мира, тех правителей с их недостатками, которые составляют законы для этого мира,
и время от времени теряя самообладание, и если в своем эгоизме они видят, что больше не могут править, не проявляя несправедливости, то они считают несправедливость подобной материнскому молоку для грудного ребенка. Хазур объясняет, то есть когда они видят, что не могут править, не проявляя несправедливость, то они прибегают к ней, подобно тому, как ребенок сосет молоко матери. В наше время мы тоже видим, что такая несправедливость совершается в некоторых странах мира со стороны некоторых правителей. Далее он изрекает, например, закон земного правителя делает дозволенной гибель людей, сидящих в лодке, для спасения корабля. Но Богу долженствует существовать без такого принуждения. Если бы Бог не был полностью всевластным и творящим из небытия, то вместо использования своей власти, Он, подобно слабым правителям, допускал бы несправедливость, либо, будучи справедливым, Он распрощался бы со своей божественностью. Более того, Божий корабль продолжает свое плавание со всеми своими силами в потоке истинной справедливости. Затем Бог изрекает «Ассалам, мир», то есть тот Бог, который защищен от всех недостатков, затруднений и тягот. Более того, Он дарующий безопасность, мир. Смысл этого тоже ясен, потому что если бы Он сам был подвергнут затруднениям, был бы избит руками людей и оказался бы неудачным в своих планах, то, увидев такой плохой пример, могло ли сердце обрести успокоение в том, что Бог обязательно избавит нас от затруднений. Относительно ложных богов Всевышний Аллах изрекает, «Воистину те, которых призываете вы помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы и собрались они вместе для этого. И если похитит у них что-нибудь муха, они не смогут отнять это у нее. Слаб и просящий, и тот, у которого просят». Не почитали они Аллаха достойным его почтением. Поистину Аллах, несомненно, всесильный, всемогущий. То есть те люди, которых вы приняли за богов, являются такими, что если бы они все вместе захотели создать муху, то они никогда не смогут создать ее, даже если они будут помогать друг другу. Более того, если муха похитит у них что-то, то у них не будет сил вернуть эту вещь. Их последователи слабы умом и слабы силой. Разве таким бывает Бог? Бог является тем, кто обладает большей силой, чем все обладатели силой, и Он одерживающий верх над всеми. Никто не может схватить и избить Его. Люди, которые попадают в такое заблуждение, не ценят достоинства Бога и не знают, каким должен быть Бог. Затем он изрекает, что Бог, дарующий мир, спокойствие и предоставляющий доказательства своего совершенства и своего единства. Это знак того, что человек, верующий в истинного Бога, не будет испытывать стыда ни в каком обществе, и ему не будет стыдно перед Богом, потому что он обладает сильными доводами. Но верующий в ложного Бога находится в большой беде. И вместо того, чтобы представить доводы, он в каждую бессмысленную вещь вносит тайну, чтобы не было насмешки, и он старается скрыть очевидные ошибки. Затем он изрекает «Хранитель, всемогущий, могущественный, величественный». То есть он является хранителем всех и обладает могуществом над всем. И он исправляет испорченные дела, и его сущность является совершенно самодостаточной. И он изрекает, «Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий образ. У него прекраснейшие имена». То есть он является таким Богом, который является Создателем тел и Создателем душ. Он творит облик ребенка в чреве матери, и все самые добрые имена, которые только могут возникнуть в мыслях, принадлежат ему. И затем он изрекает, прославляет его то, что в небесах и на земле. И он всемогущий и мудрый. То есть жители небес и земли поминают его имя как пречистое. В этом аяте указывается на то, что небесные тела также населены, и их жители тоже следуют указаниям Бога. Хазур поясняет, то есть в ином мире, где могла быть жизнь, более того, она и есть, также следует указаниям Бога. Затем он изрекает,
Воистину, Аллах над всякой вещью властен. То есть Он всевластен, и в этом успокоение для поклоняющихся Ему. Потому что если бы Бог был бы бессильным, а не всевластным, то что можно было бы ожидать от такого Бога? Затем Он изрекает: «Владыка миров, всемилостивый, милосердный, властитель судного дня, я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». То есть Он есть тот Бог, который взращивает все миры. Он всемилостивый и милосердный, и Он сам является властителем дня воздаяния. И Он не дал этих полномочий никому другому. И Он слышащий и отвечающий зову каждого взывающего, то есть Он, принимающий мольбы. И затем Он изрекает: «Вечно живой, самосущий», то есть вечно живой и жизнь всех жизней, и опора всякого существования. Так сказано из-за того, что если бы он не был вечно живым, то относительно его жизни всегда бы существовало опасение, что он может умереть раньше нас. Затем он изрекает, что тот Бог, который является единым Богом, не является ничьим сыном, и никто не является его отцом. И нет никого равного ему, и нет никого подобного ему. Затем он изрекает: «Основная цель всех повелений религии ислам заключается в том, чтобы достигнуть того значения, которое скрыто в слове ислам. С этой же целью в священном Коране содержатся такие учения, которые стараются сделать Бога любимым. В одном месте они показывают Его красоту, а в другом месте они напоминают о Его благодеяниях. Потому что любовь к кому-то возникает в сердце благодаря его красоте или благодаря его благодеяниям. Так что написано, что Бог в отношении всех своих качеств один, и нет соучастника Ему, и у Него нет никакого недостатка. Он вобрал в Себя все самые совершенные качества, и Он является проявлением всех пречистых сил. И Он является началом всех творений и источником всех милостей. И Он является властителем всякого воздания и наказания. И Он является тем, кому возвращаются все дела. Он близок, несмотря на свою отдаленность, и Он далек, несмотря на свою близость. Он выше всех, но невозможно сказать, что есть еще какой-то Бог ниже Его. И Он более скрыт, чем любая вещь, но невозможно сказать, что есть кто-то более явный, чем Он. И Он живой благодаря Своей сущности, а каждая вещь жива благодаря Ему. И Он самосущий в Своей сущности, а всякая вещь существует благодаря Ему. Он несет каждую вещь, и нет ничего несущего Его. Хазур поясняет, то есть каждая вещь зависит только от сущности Всевышнего Аллаха. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: «Нет ничего, что появилось бы само по себе без Него, или могло бы жить без Него. И Он объемлющий каждую вещь, но невозможно сказать, каково это объятие. Он является светом неба и земли. И всякий свет сияет благодаря Его деснице, и этот свет является отражением Его сущности. Он является владыкой всех миров. Нет ни одной души, которая росла бы сама по себе и не была бы взращиваемой им. И нет никакой силы ни у одной души, которая не обрела бы силу у Него и появилась бы сама по себе. Его милосердие двух видов. Первый — это то милосердие, которое существует уже давно, без того, чтобы это было воздаянием за какое-то предпосланное дело. Как, например, земля и небо, солнце и луна, и звезды, и вода, и огонь, и воздух, и все даже самые мелкие частицы этого мира, которые созданы для нашего удобства, а также все те вещи, которые были необходимы для нас, все они были предоставлены нам до нашего рождения. И все это было сделано, когда нас еще не было, и не было наших дел. Кто может сказать, что солнце сотворено из-за его деяния? Или земля была сотворена по причине моего какого-то доброго дела? Короче говоря, это есть то милосердие, которое было проявлено до появления человека и его деяния, и которое не является результатом какого-то дела. А другой вид милосердия — это то милосердие, которое бывает установлено за дела. То есть, когда вы совершаете добрые дела, Всевышний Аллах воздает за них.
Затем рассказывается о том, что теперь только сущность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является тем путем, следуя по которому можно достичь Бога, обетованный Мессия мир ему изрекает. Наша душа и каждая частица нашей сущности простирается ниц перед тем всевластным, истинным и совершенным Богом, посредством которого каждая душа и каждая частица творения возникла вместе со всеми своими способностями, и благодаря его сущности сохраняется каждая сущность. Нет ни одной вещи за пределами его знания, его власти, его создания. Да будут призваны тысячи благословений и мир, и да будет ниспослано Божье милосердие и благословение на того чистого пророка Мухаммада, избранника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, благодаря которому мы нашли того Бога, который сам является знамением своего существования, общением с нами. И Он сам, показывая сверхъестественные знамения, являет сияющий лик своих давних и совершенных сил и способностей. И таким образом мы нашли такого посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который показал нам Бога, и мы нашли того Бога, который создал каждую вещь благодаря своей совершенной силой. О, каким величием обладает его могущество, без которого не получило своего облика ни одно существо, и без поддержки которого не может сохраниться ни одна вещь. Этот истинный Бог обладает неисчислимыми благословениями и неисчислимыми могуществами, и неисчислимыми красотами и неисчислимыми благодеяниями. Кроме Него нет никакого Бога. Затем, обращаясь к тем людям, которые не верят во Всевышнего Бога, обетованный Мессия мир ему изрекает: «Сущность Бога — самая сокровенная из сокровенного, тайна тайн, сокрытая настолько, что человеческие умы не могут познать ее только благодаря своей силе, и никакой довод разума не может быть доказательством его существования, потому что разум может искать и действовать до пределов того, что, увидев сотворенное, он будет ощущать потребность узнать его Творца. Но ощущать потребность — это одно, но достичь степени очевидной убежденности того, что тот Бог, потребность в которого признана, существует на самом деле или не существует, — это другое. И поскольку путь разума является несовершенным, неполным, неполным сомнений, поэтому каждый философ только посредством разума не может познать Бога. Более того, большинство таких людей, которые только посредством разума хотят познать Бога, в конце концов становятся атеистами, и размышления о сотворении земли и небес не могут принести им никакой пользы для познания Бога. Хазру поясняет: как мы видим, в наше время есть много людей, размышляющих о Вселенной, о Земле и науке, но многие из них являются атеистами, потому что использование только разума не принесло им пользы в познании Бога. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: «И они насмехаются и издеваются над совершенными людьми Всевышнего Бога». Хазур поясняет: вот что бывает результатом этого. Они издеваются над теми людьми, которые упоминают имя Всевышнего Аллаха, которые бывают посланы им и которые имеют с ним особую связь. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: и они приводят довод, что в мире существует тысячи таких вещей, от которых мы не видим никакой пользы, и относительно которых, благодаря исследованиям нашего разума, не подтверждается никакое сотворение, которое указывало бы на существование Творца. Более того, существование этих вещей бессмысленно и ложно. Очень жаль, что эти непонимающие не знают, что из-за отсутствия знания о чем-то, это не делает обязательным и существование этого. Хазур поясняет: то есть, если у нас нет знания о чем-то, то это не означает, что этой вещи не существует вовсе. Обетованный Мессия мир ему продолжает: в наше время существует сотни тысяч такого рода людей, которые считают себя самыми умными и превосходными философами. Хазур добавляет: теперь таких людей уже миллионы.
Более того, в мире существует много таких людей, которые перестали верить во Всевышнего Бога, потому что они лишаются духовности. Далее обетованный Мессия мир ему говорит, и они с большой силой отрицают существование Всевышнего Бога, и теперь это очевидно, что если бы они получили какой-то сильный, разумный довод существования Бога, то они не отрицали бы существование Всевышнего Бога. И если какой-то убедительный, разумный довод подтвердил бы им существование Всевышнего Творца, то они бы не отрицали существование Всевышнего Бога с большим бесстыдством, насмешками и издевательством. Хазур поясняет, то есть если бы они нашли бы какое-то убедительное и разумное доказательство существования Всевышнего Бога, заставляющее их умолкнуть, то тогда они не насмехались бы и не издевались бы над сущностью Всевышнего Бога, как это делает большинство людей в мире в наше время. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает, «Так что никакой человек не может спасти себя от урагана сомнений, сидя в лодке философа». Хазур поясняет, «Это означает, что если вы больше будете слушать слова философов или смотреть на науку поверхностным взглядом и будете отдаляться от духовности, тогда вы не сможете спасти себя от сомнений относительно существования Всевышнего Аллаха, и ваши сердца не смогут избавиться от них». Далее обетованный Мессия мир ему говорит, «Более того, он обязательно утонет, и ему ни в коем случае не будет предоставлен щербет истинного инобожия». Теперь подумайте, насколько ложной и зловонной является мысль, что единобожие может быть доступно без посредничества пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И благодаря этому человек может получить спасение. О непонимающий, до тех пор, пока не стала доступной совершенная убежденность в существовании Всевышнего Бога, как можно иметь твердое убеждение в Таухиде, Единобожии? Поймите с полной убежденностью, что истинное Единобожие может быть достигнуто только посредством Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, так как, например, наш Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, показав тысячи небесных знамений атеистам Аравии и последователям ложных религий, сделал их верующими в существование Всевышнего Бога. Даже в настоящее время истинные и совершенные последователи святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, представляют эти знамения существования Всевышнего Бога атеистам. Факт заключается в том, что до тех пор, пока человек не видит живые силы живого Бога, сатана не выходит из его сердца и не входит в его сердце истинное единобожие. И он не может быть твердо и убежденно верующим в существование Всевышнего Бога. И это чистое и совершенное единобожие доступно только посредством святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем, рассказывая о твердой убежденности в существовании Всевышнего Бога, такой убежденности, что человек для решения каждого дела обращается только ко Всевышнему Богу, обетованный Мессия мир ему с большой болью изрекает, «Наш Бог обладает неисчислимыми чудесами, но их могут видеть только те, кто принадлежат Ему с правдивостью и преданностью. И Он не являет эти чудеса другим, которые не бывают твердо убеждены в Его могуществе и не являются истинно преданными Ему. О, насколько несчастен тот человек, который до сих пор не знает, что у него есть только один Бог, который имеет полную власть над каждой вещью. Наш рай — это наш Бог. Наше высшее наслаждение в Боге нашем, ибо увидели мы Его и обрели в Нем всякую красоту. Такое богатство стоит приобретать, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. Этот рубин стоит покупать, даже если, приобретя его, потеряешь все сущее. О вы, страждущие, бегите к этому источнику, чтобы он утолил вашу жажду. Это источник жизни, который спасет вас. Что делать мне? В какой барабан бить, дабы услышали люди мое объявление, что это ваш Бог? Каким средством мне излечить их, чтобы уши открылись, и они услышали? Пусть Всевышний даст нам способность, чтобы мы, следуя имаму этого времени, искренне и самозабвенно любящему святому пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
мы могли донести весть этого живого Бога до людей этого мира, и чтобы люди могли осознать, что существует живой Бог, и Он все еще слушает и являет знамение. Вернитесь к Нему и придите к Нему, и дай Бог, чтобы мы сами тоже могли установить связь с этим живым Богом, исследовали Его учению, и чтобы мы поклонялись Ему должным образом, и чтобы мы обрели глубокое понимание Его качеств, и чтобы мы стали наследниками Его наград, и чтобы мы и наши потомки всегда были защищены от ширка многобожия. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر